Телевидениенен сейс операторын чалышмак ере микшерын урунда. Бурадан сейс гелер, хем контрол еделер. Программаларда хем хабир студияларында сейс пульдуну Юрий Глеков чалыштырыр. Хем саде у программаларын гетерожилерінден, хем мусаферлерінден калители сейслері алыр. Юрий Александровичин ялпа гүлүшү жумя компаниясынын мусаферлерин далгаланмасына имшадыр. Юрий Александрович үчүн бянистерим сүлемя ен сажакалафлары, чүнкі бұ инсан дуер хер бірімізі. Ачан біз біраз та пороскендерлерімізі дуерс о чалышыр япмай оляки безім дуйгаларымызы біраз калдырмам. О юмор тарафындан варынча сөйлесін бөләу олафлары аңгыларындан хем тайшен олырыз, хем де тайелін ішілемеады олыр. Бян істерім ке Юрий Александрович хер заман олсын бізімнен, көй бізім коллективізді хер заман олсын бөләм юморлы атмосфера, хем де бөләу бізяда тайелін, тауйгун, тарат олачек ішілеме. Юрий Глеков халізден кенді ішіннен яшыр. Яшамасынын маанасы айлесінде, хем ішінде, телевидениеде. Я очень искренне рад, что и в эти годы я бок о бок работаю со своими коллегами, с кем я начинал. Севинер мани бу йылларда ян-яна ишлерим коллегаларымнан. Киминнен чекедердим комрадын телевидениясында ишлеме. Севинер мани яшерим замана ачан яйыннаманын формата дейшілер. Умытланыр мани бұны сиредіжілеріміз белі едіжіклер. Севгілі ғыраты компаниямыза да илерлемейі хем хайырлы йолы дилерім. Оно тоже изменится, улучшится. И желаю, конечно, родной любимой компании УК ГРТ процветания и доброго пути. Юрий Александрович Гликов – это тот человек, который меня познакомил с миром телевидения. Он меня привел на телевидение, он научил меня всему, что... Бени телевидение Юрий Глеков гетерді. Ода бени хепсіне юретті. Чок тарафлы имбеджерікли бір узман. О варниджі кадрда да, кадрын дышанында да ішлесін. О телевидениенің джан ері. Дима где-то изменить с творческой стороны, с технической стороны. Юрий Глеков 20 елдан зейді, кендісіні севгілі ішіне адыр. Светлана Димитрогла, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Хабирляр.